Всем привет, друзья, и знаете, Букреев уже больше не бай. На самом деле я достаточно редко записываю такие видео, но мне кажется, вам будет интересно, почему я переименовал канал. Немного расскажу про свой очередной ежегодный уже традиционный переезд. Да и вообще просто хочу рассказать, что будет дальше с каналом. Для тех, кто испугался, я хочу сказать сразу, что посылки никуда не денутся. Абсолютно никуда не денутся, я даже вам больше скажу, посылок будет еще больше, распаковок будет еще больше, всяких тестов будет еще больше, просто в обязательном порядке. Тему распаковок я совершенно не собираюсь забрасывать, но, ребят, вот эту бай, да, вот эту часть названия я убрал, потому что, ну, немного я устал от распаковок и чувствую такое небольшое давление и вот такое заложником этих распаковок, посылок и так далее. Вокруг меня на самом деле очень много всего интересного происходит, и я хочу этим с вами тоже делиться. Например, тот же переезд из Одессы в Киев, та же аренда жилья, это все, мне кажется, очень интересно, много с чем сталкиваешься, с всякими проблемами, как обманывают риэлторы там, ну, в общем, много всякой реально полезной, реально интересной такой вот жизненной информации. Вокруг всякое кидалово, ребят, не только в посылочке может перейти что-то не то, да, в жизни тоже могут кинуть, я могу вам об этом рассказать, поделиться каким-то своим опытом. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, будет ли вам интересно что-то, кроме посылок, именно от меня, да, это может быть что угодно, я хочу снимать о том, что мне нравится, чем я интересуюсь, или еще что угодно, это, ну, блин, здесь нет никаких ограничений, нет никаких рамок, у меня много всего интересов в жизни. Я хочу узнать ваше мнение, напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам от меня будет видеть что-то кроме посылок, кроме распаковок. Это не ограничивается никаким жанром конкретным. Просто вот на самом деле существует много вещей, которые мне интересны, которые мне нравятся, с которыми я сталкиваюсь в жизни. И я бы хотел с вами этим делиться. На самом деле я очень рассчитываю на поддержку подписчиков, на поддержку своих зрителей. Так что, ребят, если вы увидите не посылки, а что-то другое на моем канале, то, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, напишите свое настоящее мнение, да, чтобы я мог знать, нравится вам, не нравится и в какую сторону мне двигаться. Естественно, я не ожидаю каких-то сотен тысяч просмотров на видео, которые не связаны с AliExpress, не связаны с покупками в Китае, это все понятно, безусловно, но прошу вас дать мне шанс оценить то, что я буду делать, я буду стараться, может быть, не прям все сразу супер получится, но я хочу попробовать и прошу вас дать мне шанс, то есть оценить то, что я буду делать. Не просто пройти мимо, а попробовать посмотреть и написать свое мнение. Кстати, ребята, я ищу человека, который дистанционно мне сможет делать прикольные, нормальные превьюшки. Я думаю, что видно, что у меня на канале с этим проблема. Даже не могу сказать, небольшая проблема с превьюшками. То есть, если ты умеешь делать прикольные превьюшки, напиши мне где-нибудь там в Инстаграм, допустим. Мы с тобой это обсудим. Кстати, небольшой вот анонс про посылки, да, то есть они никуда не пропадают. Буквально через несколько дней на канале будет видео, где мы откроем 20 товаров из Китая по $10, да, то есть у нас не будут не по одному баксу какая-то хрень, а именно вот такая сочная, мощная подборка товаров по $10, да, то есть что можно за 10 баксов купить? Вот за 1 бакс мы, мне кажется, уже практически весь Китай скупили, а здесь вот новая ценовая категория, и надеюсь, что такое вам видео тоже понравится. Кстати, может быть, вам вообще интересен тур по новой квартире, куда я переехал. Разные квартиры я снимал. Я жил сначала в Донецке. Потом, когда вся эта фигня началась, я жил в Днепродзержинске. Потом я жил в Виннице в 2 квартирах. Потом я жил в Одессе в 2 квартирах. И сейчас я уже переехал в Киев. Ну, то есть у меня такой вот есть небольшой опыт в аренде жилья. И могу вот свое мнение рассказать про жилье, в котором я сейчас нахожусь. Не знаю, интересно вам это или нет. В общем, друзья, я честно надеюсь на вашу поддержку. Посылки никуда не пропадают. Будет много распаковок, будет еще больше, я хочу еще больше стараться снимать для вас, потому что я вижу, что вам это нравится, но и хочу попробовать что-то другое, и хочу, чтобы вы это оценили, так что, ну, спасибо, что это видео досмотрели до конца. Лисицу клюют синицы, это кодовое слово, ребят, как всегда, для самых крутых подписчиков, если досмотрели видео, пишите это в комментариях, я пролайкаю ваши комменты, постараюсь. Вот, ребят, вот такие дела, спасибо, что вы со мной, до следующих видео!